дізнавшись стать своєї дитини, починають підбирати її ім'я. Більшість називають малюка таким, що є популярним у наш час і не викликає зайвих питань. Наприклад, Олександр, Артем, Вікторія. Але не всі. Інші називають дітей нетиповими іменами, які без питання «чому» не сприймаються. Наприклад, зараз дуже популярними стали турецькі серіали, і батьки називають іменами героїв своїх дітей. Так ось, хлопчиків батьки називають Мелек, Ебрагім, Емір, Янузі, Кенан та Мерлан. Дівчаток Евеліна, Есманур, Юнеса та Марселіна. Серед імен зустрічаються і такі, що були запозичені із західноєвропейських мов чи взяті з популярних творів зарубіжної художньої літератури, з міфів, кіно чи серіалів, а також використовують старослов'янські складні імена. До вашої уваги повний список нестандартних імен, які для своїх дітей обрали їх батьки. Зокрема, у хлопчиків Ельдар, Ігнатій, Мурат, Дамір, Захарій, Нестор, Генрій, Веніамін, Ярема, Герман, Платон, Лук'ян, Людвіг, Любомир, Мартін, Річард та Осман. А ось у дівчаток такі імена: Зоряна, Гюльноз, Даніеля, Анна Марія, Джаніта, Аделіна, Олівія, Домініка, Елеонора, Селіна чи Богдана. Що ж, до нашої студії завітала Світлана Іваненко, психолог-психотерапевт. Вітаю вас. Доброе утро. Сейчас очень модно выбирать разные имена для своих детей. Великое разнообразие имен с пояснениями, есть много пособий. Но родители все равно сталкиваются с такой проблемой, как правильно назвать ребенка, чтобы это имя действительно помогло ему в будущем. Хотелось бы от вас, как от психолога, узнать, действительно ли имя несет такую важную роль в жизни человека, подрастающего ребенка. Конечно, имя – это очень важное, скажем так, представление человека в мир, потому что, когда мы называем ребенка, то фактически мы наделяем его некой индивидуальностью, да? И представляясь, мы в первую очередь говорим о чем? Мы называем свое имя. И имя в сочетании с отчествами и фамилией – это уже, ну вот, часть нашей уникальности. И то, как человек относится к своему имени, то, насколько он принимает его, очень важно для того, чтобы человек принимал и себя в целом. Хотелось бы также узнать о том, если человеку выбрать неправильное имя, которое ему не нравится, и он хочет его изменить, это как-то повлияет на судьбу? На его восприятие? Он будет чувствовать себя как-то более уверенно? Ну, я бы остановилась, наверное, в тот момент, когда человеку не нравится его имя, да? И, по-видимому, у этого не нравится есть какая-то история, почему не нравится. Вот. И во взрослом возрасте возможно изменить свое имя, только вопрос в том, что делать с тем, что было, да? Скорее всего, что это повлияет не на судьбу, а на то, как человек себя чувствует с новым именем. Какие-то, если назрел вопрос перемены имени, то, похоже, какие-то негативные ощущения, впечатления, связанные с именем первым, у него остаются. И важно вот это прожить, дожить, это с точки зрения психологии важно и нужно. И тогда только второе имя. То есть имя само по себе, оно не заменит ощущение и судьбу. Скорее всего, это восприятие. Конечно, это восприятие себя, внутреннее состояние свое поменять, ну и тогда уже, возможно, имя первое станет более приемлемым для человека, возможно, тогда и второе пойдет ему на пользу. А вот по поводу самих родителей, хотелось бы узнать, когда они выбирают имя своему ребенку, они руководствуются или своим собственным выбором, то, что им нравится, или выбирают какие-то исторические данные, называют в честь бабушек, дедушек. Вот по этому поводу хотелось бы узнать, насколько это правильно, когда родители выбирают имя, которое нравится им. Дело в том, что родители, конечно, выбирают имя, которое нравится им. И это нормально, естественно, потому что право выбора имени, конечно же, у родителей. Вот. А от того, чтобы называть именем в честь кого-либо, я бы предостерегла. Почему? Потому что, называя ребенка в честь бабушки, дедушки и так далее, мы, ну, скажем так, дополнительно нагружаем ребенка той судьбой, которую прожил этот предок.
То есть это не какие-то предрассудки, которые говорят, что не стоит называть в честь предков. Это не действительно нужно дать человеку свою жизнь. Это не предрассудки, это законы семейной системы. И, кстати, если говорить об исторических аналогах, да, то в славянском мире существовал такой обычай не называть, вернее, правило, запрет, не называть ребенка таким именем, которое есть уже в семье. Потому что считалось, что за каждым именем стоит ангел-хранитель. Да? И если есть второй человек с таким же именем, то ангел-хранитель не справляется. Ну вот такая вот история, таковы традиции славянские. Вот. Я думаю, что они очень созвучны тому, что на данный момент есть в современной психотерапии. Да? О том, что если человек с похожим именем, и его называли в честь кого-то, то просто увеличивается вероятность того, что в его судьбе будет повторяться то же, что было в судьбе предка. Ну и не всегда это желательные какие-то вещи, связанные с судьбой этого предка. Выбирая имя ребенку, не все родители руководствуются своим желанием или какой-то потомком и называть в честь предков. Некоторые руководствуются тем, что выбирают по святкам. Когда ребенок родился, таким именем и называют. Иногда эти имена являются довольно-таки действительно неординарными, интересными, которые неприемлемы, они не, даже не то, что неприемлемы, они не настолько обычны в обычном лексиконе нашей жизни. Насколько это правильно, и не создаст ли каких-то трудностей ребенку, когда он будет идти уже в школу, в детский садик, институт? Ну, ваше волнение и ваш вопрос, он очень закономерен, потому что действительно, если слишком экзотичное имя, то оно может создавать некие сложности ребенку в будущем. Да? И с другой стороны, есть люди, которые экзотичное имя превращают в имя, да, в некий такой личностный бренд. Но до этого нужно дорасти. А изначально это будет маленькая девочка с таким экзотическим именем. И вот ответственность родителей, она как раз и состоит в том, чтобы имя выбирать в соответствии с тем, насколько это, во-первых, благозвучно, насколько это будет, ну вот как ребенку, как ребенок будет жить с таким именем, какие уменьшительно-ласкательные формы этого имени могут быть, насколько это имя сочетается с отчеством и фамилией, да, ну, чтобы это было, опять-таки, благозвучно. Очень важно обращать внимание на то, какой смысл у этого имени, да, вот, ну, сейчас, скажем так, возрождаются такие вот имена, которые имеют открытое значение, да, например, там, Мирослава, Владислав, там, Владимир тоже, Владимир, да, тоже имеют смысл открытый, да, то есть, ну, Владимир, владеть миром, Мирослав, это славить мир, ну и так далее. В любом случае, выбор имени должен быть, ну, скорее всего, внутренним таким согласованным выбором родителей, а не данью моде. А вот по поводу уменьшительно-ласкательных форм. Не у каждого имени есть эта форма. Допустим, если Ольгу можно назвать Олечкой, то Ириду, Иридочка как-то несозвучно идет. И у некоторых есть сокращенная форма, у некоторых этого нет. Как это влияет на ребенка? Не будет ли он более закрытый и ужесточенный из-за того, что у него нет вот этой краткой формы имени? Ну, я думаю, наш язык настолько гибок, изобретателен, что эту краткую форму придумать можно при желании, что если есть любовь родителей, то они найдут эту краткую форму. Я встречала массу интересных вариантов, ну, скажем так, не зафиксированных в русском языке, когда родители очень ласково относятся, ну, говорят, да, вот находят форму имени ребенка. И закрытость, скорее всего, рождается не от того, как его называют, а от того, какое общение устанавливается у родителей и ребенка, особенно в первые годы жизни. А вот по поводу милозвучности и сочетания имени и фамилии. Есть какое-то правило, которое, снять, что должны быть обязательно пару там согласных или гласных, которые одинаковые в имени или фамилии? Или это никак тоже не влияет на судьбу ребенка? Ну, я думаю, что это не влияет на судьбу ребенка. Скорее всего, вот то, что я говорила, это отношение ребенка, отношение к имени ребенка, отношение родителей в первую очередь. Потому что если родители транслируют уважение, что ты именно Дарья, что ты именно там Светлана, вот, то ребенок впитывает уже
через имя он впитывает и уважение к себе. Ну вот, скорее всего, мы отношением регулируем то, как ребенок будет воспринимать имя. Ну и закладываем, естественно, его судьбу. А вот если сложится такая ситуация, что родители действительно очень ответственно отнесутся к имени ребенка, подберут его, будут иметь какое-то значение. Но вот, допустим, из актуального сюжета мы видели, что сейчас очень популярны имена, которые заграничные, которые не свойственны нашему славянскому языку. Допустим, одним из самых популярных мужских имен сейчас является Ибрагим. И не факт, что это имя будет настолько же популярным, когда ребенок подрастет и пойдет в школу. Как помочь ребенку полюбить свое имя и сказать, что ну вот действительно оно тебе идет, и оно действительно несет какой-то скрытый смысл в этом? Ну, я бы предостерегла от такого следования моды, потому что мода действительно проходит, а ребенок остается с именем, да? И вот случаи, когда называли людей в честь исторических событий, да, Велена, Октябрина, Сталина, да, вот, и я знаю таких людей, они не очень сладко было с этим именем. А как вот ребенку полюбить свое имя? Скорее всего, вот через создание имени в широком смысле этого слова. Ну вот помогать ему, скорее всего, не принимать свое имя, а принимать самого себя. Ну вот и свое имя как часть своей уникальности. Вот акцент на том, что ты уникален, что у тебя такое имя, что ты необыкновенный. Ну вот, наверное, вот только так. Спасибо вам большое. Я думаю, что действительно совет в том, как помочь ребенку полюбить свое имя, является очень важным. И еще один небольшой совет. Во взрослом возрасте люди пытаются изменить свое имя, но вот если ребенку можно помочь, воспитывая его, полюбить это имя, если у взрослого человека, его родителями этот момент был упущен, можно ли уже в сознательном возрасте понять, что да, мое имя что-то значит, и заставить себя уже полюбить его? Ну, скорее всего, не заставить, а полюбить добровольно. Вот. И это можно сделать осознанно. Это происходит тогда, когда человек учится принимать себя. Вот часть принятия своего имени, любовь к имени, да, и вот я бы сказала, что это часть того, как человек принимает в целом себя. Свою внешность, свое тело, свою какую-то историю, свой жизненный опыт, свое имя. Это все там же. То есть это часть того, что называется такой вот личностной идентичностью, то есть того, какое представление у человека есть о самом себе. Вот. И принимая себя в целом, ну, вот человек может прийти к принятию имени. Или наоборот, принимая имя, это уже часть принятия себя. Спасибо вам большое. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітала психолог-психотерапевт Світлана Іваненко.